Я приветствую всех, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Алексей Кузнецов. Как обычно, краткий обзор ситуации на финансовых рынках. И у меня к вам традиционная просьба поставить плюс, если все хорошо со звуком и с видео. Несмотря на то, что сегодня праздник, с которым я вас поздравляю, День народного единства в России, тем не менее рынки сегодня работают, и мы также с вами можем проводить торговые операции, как и в обычный любой другой день. Кроме того, если те, кто обычно работает на своей работе, сегодня, в общем-то, имеет возможность это делать из дома. В общем-то, в более удобной, может быть, обстановке. Ну, а те, кто профессионально работает в этой области, либо не имеет необходимости уходить на работу и так работает, допустим, из дома, или, наоборот, работает сегодня, как и я, в праздник. Ну, в общем-то, поскольку вы с нами, поскольку вы находитесь сейчас в эфире, то, соответственно, у меня к вам тоже... Как бы для вас я это делаю, для того, чтобы у вас были все необходимые ориентиры и возможности для успешной торговли. Смотрю, сегодня людей, в общем-то, не очень много в чате. Ну, причина, она понятна. Многие сегодня предпочитают отдыхать, и, в принципе, это правильно. Причины здесь, в общем-то, две. С одной стороны, в праздник нужно быть с семьей и, может быть, со своими друзьями, вот, а не работать. А с другой стороны, в общем-то, сейчас обстановка перед выборами в Соединенных Штатах такова, что, ну, как сказать, все рынки к этому очень активно готовятся. И как готовятся? В общем, многие просто не торгуют. Потому что до сих пор непонятна диспозиция сил финансовых на рынках. И, в общем-то, до сих пор непонятно, чем все это дело закончится. Все время лидировало Клинтон. Сегодня по оценкам агентств уже лидирует Трамп за 4 дня до выборов. Напомню, что выборы будут 8 числа, 8 ноября, уже на следующей неделе. И от этого во многом будет зависеть, в общем-то, то, что будет вообще дальше в мире, ну и в частности в финансовом секторе. Вот именно по этой причине эти выборы так важны для всех, и многие просто либо проявляют сейчас нервозность, а кто-то просто предпочитает быть вне рынка, либо, по крайней мере, в рынке, но ничего не менять. Из-за этого ликвидность низкая и достаточно разнонаправленные рыночные движения мы с вами видим. Кроме того, сегодня уже скоро будут опубликованы данные по рынку труда США. Сегодня, напомню, первая пятница месяца. И традиционные данные по НФП являются для рынка, ну, как правило, супер важными. Ну, может быть, кроме сегодняшнего дня, потому что события следующей недели, они как бы затмевают по значимости даже события НФП. Да? Но, тем не менее, все равно нужно понимать, что сегодня будут очень важные данные, важные события. И на фоне низкой ликвидности, которая, в общем-то, наблюдается сейчас на рынках, может быть, стоит принять действительно решение о том, чтобы не входить в рынок. Ну, это уже дело индивидуальное, поэтому, в общем-то, как сказать, я ни к чему вас не склоняю, просто к тому говорю, чтобы вы были максимально осторожными, вот, по крайней мере, до выборов, ну и, в общем-то, сегодняшний день в частности, потому что уже данные по рынку труда будут опубликованы скоро. Вот, видно, что рынки затаились, и, так сказать, видно, что, по сути, движений-то особенных нет. Но давайте, тем не менее, посмотрим, что же происходит в техническом смысле сейчас на графиках цены и что мы из этого можем выяснить. Переключаюсь на рабочий стол. Спасибо за ваши плюсы, Владимир. Вот, ну и остальных тоже. Смотрю, количество людей увеличивается, но это как всегда. Давайте будем говорить о том, что происходит. В паре еврофунт. Ну, вот вчерашний скачок фунта британского, вот мы видим, это связано с тем, что вчера высший суд Великобритании принял решение, причем, что крайне редко, принял единогласное решение о том, что нельзя правительству Великобритании принимать процедуру Брексита, несмотря на референдум, но все-таки без согласования, без получения одобрения парламента. И вот поскольку такое решение, тем более единогласное, было принято, это значит, что процедура Brexit может как минимум затянуться, а как максимум могут возникнуть всякие казусы. И в связи с этим, как бы так, до этого британский фунт практически на 17% упал в связи с Brexit. Ну вот, так сказать, в последнее время продолжил еще падать.
Ну, а вот вчера на этих данных, на вчера на вот таком комментарии и так на таком решении высшего суда Великобритании возникли определенные сомнения в том, что будет дальше с процедурой Brexit. И британский фунт вырос там на 1%. Немного, конечно, по сравнению с предыдущим падением, но тем не менее это было. И, в общем-то, достаточно сильный вчера был скачок. Мы видим, что цена вот за короткое время, в общем-то, ушла вниз на более чем там практически на 150 пунктов. Вот. Ну, это, в общем-то, мы видим, что особенно ничего не значит. В общем-то, коррекция хоть какая-то назрела. И мы понимаем сейчас, что я об этом даже говорил, что по британскому фунту, против британского фунта в мире открыто какое-то совершенно немыслимое количество коротких торговых позиций. И, конечно, вот с таким багажом британскому фунту очень сложно проявлять, скажем, позитивный настрой. Ну, вот, в общем-то, давление на британский фунт огромное. Ну, вчерашние вот данные немного поддержали британский фунт, и он ушел вот по отношению к паре еврофунт, по отношению к евро, в паре еврофунт, британский фунт ушел к уровням 0,8880. Вот, и сейчас, в общем-то, около этого значения находится. Ну, что тут скажешь? Пока, вот если посмотреть на эту ситуацию, я говорил, что тут канал, двойной канал, он, в общем-то, отработал двойной канал, и, в общем-то, этот канал-то можно убирать. А что же здесь можно оставить? Здесь сейчас можно оставить вот этот уровень поддержки 0,8885, и пробитие данного уровня поддержки может привести к тому, что цена уйдет ниже, ну, например, куда-нибудь в район 0,87, то есть пунктов на 150. В общем-то, может еще британский фунт по отношению к евро вырасти. Ну, опять же, это можно будет понять только после пробития линии аллигатора и минимума, который был достигнут вчера. Пока больше никакой, скажем, понятной здесь информации я не вижу. И пока не буду это дело комментировать, потому что, ну, на самом деле здесь очень-очень много всяких. Но пока что. Ну, максимум, что можно еще сделать здесь, это нарисовать нисходящий канал, который я очень люблю, и который, кстати, очень неплохо работает. Вот, они всегда хорошо работали там, при грамотном использовании. Но вот сейчас, просто я люблю точность, и точность, она дает вообще понимание того, что же происходит. Ну вот смотрите, если нарисовать даже канал в часовом формате, видно, что если канал сегодня пробьется вниз, в часовом формате по ходу пробьется и вот этот уровень поддержки, понятно, что это уровень поддержки дневной, ну уж 4-часовой как минимум, да, но и по часу судить нельзя. Но вот по часу, по крайней мере, если он пробьется в часе, можно будет вот этот канал перенести вниз и войти на двойной канал вниз от вот нисходящего. Тогда пока еще пробития нет, но цель примерно будет на уровне 0,8840. То есть вот куда-то в этот район немножечко еще может британский фунт подняться, ну а в паре еврофунт, соответственно, опуститься. Но вот как будет развиваться здесь ситуация, сказать сложно, учитывая, что, в общем-то, сегодня вследствие того, что выходят данные по НФП Соединенных Штатов, по отношению к американскому доллару и фунт, и евро могут куда-то, скажем, сдвинуться. И вот это может быть в виде такого одного единого движения, которое исключит техническую возможность входа в рынок. Я не знаю, как это все будет, потому что текущий час, он только что начался, и свеча еще, мягко говоря, даже пока еще не подошла к этому уровню. Ну вот, по крайней мере, будьте в курсе, вот что здесь такая конфигурация есть, и что, в принципе, на нее можно посмотреть, даже если вы решите торговать. Но если пока сегодня вы воздерживаетесь от торговли, допустим, хотя бы просто понаблюдайте за тем, как работает данная конфигурация. В паре евро-доллар. Ну, вот вообще наблюдается тут боковое такое движение. Вчера мы видели, что вначале, видите, вот она болтанка. Цена подошла, вот давайте я в дневном формате покажу. Вначале
цена пробила, видите, без остановки уровень поддержки 1.11.20. Потом, смотрите, резко вернулась к нему, причем очень динамично вернулась к этому уровню. Я говорил вчера, что, скорее всего, будет откат, но это еще не конец движения. Вчера вот мы увидели вот этот вот откат вниз, вот он был этот откат. Но в силу, опять же, того, что как такового направления, ну, действительно, сейчас нет, этот откат практически полностью был скомпенсирован обратным движением уже вечером. Ночью цена опять шла немножко вниз, отрисовав вот этот нисходящий 15-минутный канал. Пробилась вверх и пока, вот видите, находится в диапазоне, то есть в такой вот консолидации. Куда из нее цена выйдет, ну вот сейчас вообще сказать сложно. Опять же, вот это все консолидации, они перед данными по рынку труда США и вот в связи с выборами в Соединенных Штатах. Ну вот как бы памятуя о том, что в принципе, скорее всего, движение вверх не закончено, и до этого была, видите, очень большая восходящая динамика, потом какая-то консолидация и еще какой-то рывок вверх. Я вполне допускаю, что может быть. Тем более, что, видите, мелкий канал, вот этот, он был пробит уже вверх, и канал еще не отработал пока. Поэтому вот я все-таки думаю, что возможность восходящего движения здесь пока еще имеется. Хотя вот в комплексе обстановки, тем более 15-минутные форматы, НФП, может такие мелкие формации вообще снести за раз, как бы одной свечой. Но вот, тем не менее, вот все-таки больше я склоняюсь к восходящему движению в данной паре. Индекс доллара также показывает, смотрите, после падения определенно показывает консолидацию. Эта консолидация тоже имеет не совсем четкие, но тем не менее границы. Вот. И пока это из этой зоны консолидации цена не вышла, тоже загадывать что-либо сложно. Видно только, что по ходу ценового движения было две дивергенции, и вот пока цена еще застряла. Ну вот куда выйдет после дивергенции, сказать сложно. Может еще повториться немножко, продолжится, вернее, движение вниз, а может быть цена пойдет в коррекцию. Вот тоже очень, скажем, ситуация неясная, и может быть сегодня в какой-то степени разрулит ее данные по рынку труда США, ну а может это так и останется пока до выборов в Соединенных Штатах 8 ноября. Доллар, швейцарский франк. Вот видите, везде картина практически идентичная. Также очень динамичное нисходящее движение против американского доллара. И вот сейчас пока какой-то откат, и я не исключаю возможности также нисходящего, продолжения нисходящего движения в паре доллар-швейцарский франк, против американского доллара. Может быть и не очень далекое, но тем не менее какое-то движение может быть. Ну, как минимум, например, к этому уровню поддержки, к 0.9636. Ну, в общем, тут от текущей цены расстояние, в общем-то, не маленькое, 100 пунктов, а от минимумов 53 пункта. Поэтому, в общем, что я могу здесь сказать? Если цена, короче говоря, если цена уходит вниз и сейчас как-то динамично и пробивает вот низы, то пунктов на 50, в принципе, после этого можно войти. То есть до уровня поддержки, вот это вот уровень поддержки. Ну, в общем, в принципе, такое расстояние, которое, учитывая, что сегодня пятница, учитывая такие данные, в общем-то, очень малую активность рынка, в общем-то, тоже будет неплохо. Британский фунт. Британский фунт отработал двойной канал вверх от восходящего. Ну, он какой-то такой был не очень правильный, но, тем не менее, скажем так, отработал. Мы видим, что цена прошла вот четко совершенно до верхнего этажа этого канала, но, вот видите, эта зона консолидации, которую рисовал, видите, чуть-чуть цена не доработала. Вот в силу этих же причин, в силу достаточно большой динамики и в силу того, что, видите, еще дивергенция не досформирована, а уровень еще не достигнут, я все-таки полагаю, что будет еще движение пунктов на те же 50 пунктов вверх к уровню сопротивления и к этой зоне консолидации, где-то 1.2530. Куда-то в этот район цена может сходить, вот, может быть, даже сегодня уже. Больше пока никаких признаков каких-то вот ясных того, что будет, я здесь пока не вижу.
Ну вот это будет понятно после преодоления уровня сопротивления 1.2495. Ну тут, в общем, британский фунт легко может это расстояние пройти вот так вот разом и потом уже начать какое-то откатное обратное движение. Но вот пока я вижу, что рост он здесь будет более вероятный, нежели чем что-то другое. Доллар, японская иена. Я предположил, что здесь может быть фигура перевернута голова-плечи. Вот. Но это будет зависеть, опять же, от того, что, какая динамика будет сейчас. Вот сегодня очень странно в такой в межсессионный период, практически в 8 утра был получен сигнал на покупку по японской иене. Тут еще ни сессия европейская не началась, ничего, как бы азиатская заканчивалась уже, к концу подходила, европейская еще не началась, и вдруг на тебе сигнал на покупку. Я всегда к таким сигналам отношусь с большой осторожностью и стараюсь, если уж и как бы заходить, то вот не сразу по такому сигналу, а вот по крайней мере по... Вот видите, здесь образовался импульсный уровень. И вот если цена опять пойдет вверх, по крайней мере, вот он, импульсный уровень. Если цена пойдет вверх, вот, и преодолеет данный уровень, тогда у нас будет, по крайней мере, вот точка входа, уровень входа будет вот на данную фигуру. А пока, если она пройдет динамично вниз и пробьет вот эту точку, как бы уровень плеча правого, тогда, в общем-то, данная фигура, я думаю, что просто отменится, и ничего здесь такого ждать и не стоит. Вот, тогда может быть продолжение нисходящего движения. Но опять же, учитывая то, что я говорил вчера, то есть, смотрите, первая волна, вторая, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, в третьей, вот это все как бы четвертая волна, и вот преодоление вот этого вот уровня приведет к тому, что будет образовываться пятая волна, вот такого вот как бы формата. Сейчас я покажу. Раз, два, три, четыре и вот пять. Вот пятиволновка может завершиться обновлением минимумов по американскому доллару по отношению к иене. Ну, вот может быть вот такая картина. Поэтому я не исключаю продолжение нисходящего движения в данной паре. Евро-иена. Мы видим, что ушла просто в бок. И пока я здесь ничего до выхода из этого диапазона прогнозировать не буду. Ну, а если она выйдет из диапазона, хотя это дневной формат, и это может быть... Ну, как бы вряд ли уже сегодня, наверное, да, это будет, скорее всего, на следующей неделе. Вот тогда уже можно будет прогнозировать какие-то движения. Пока она находится внутри, мы видим, что размах, амплитуда вот этих колебаний сужается, ну, как бы сужается, сжимается пружина, будет выстрел, но этот выстрел, скорее всего, будет не сегодня, потому что информационного повода особенного сегодня как бы не предвидится. Австралийский доллар. По австралийскому доллару, вот надо покрупнее посмотреть, мы видим, что зона сопротивления очень сильная здесь есть. С одной стороны, с другой стороны, видно, что здесь недельная или месячная такая линия сопротивления, вот она, на которой цена, по сути, сейчас находится, и об которую тут обтирается уже давно. Вот. И в текущей ситуации... Я что-то вот смотрю и пока не совсем понимаю, что здесь может произойти. Потому что вроде с одной стороны был канал, потом вот вроде этот канал ушел просто в боковик. И вот все, вот эту зону серую сопротивление стукается, и к ней все вроде откатывает, но каждый раз от нее не может отлепиться. То есть и не пропускает, и не отпускает. И вот здесь цена находится около этой зоны в районе 0,76. 0,77 вот этих значений. И вот пока что здесь такое, куда это все. Ну, может быть, опять же, в определенной степени все будет как бы вверх, еще немножко цена может пройти. Я не думаю, что большие расстояния, но какое-то расстояние вверх может пройти. Хотя вот внутри вот таких вот сопротивлений, внутри таких вот областей, где уровень на уровне и уровнем погоняет, вообще торговать нежелательно. Смотрите, какое здесь, какая концентрация сопротивлений. Огромная концентрация. И надеяться на то, что вот так, ха, вот цена взяла и прошла. Я бы на это не стал. Я думаю, что здесь следует в большей степени, может быть, ждать укрепления американского доллара, а пока подождать, что будет внутри вот этой зоны. Потому что если цена пройдет эту зону
как бы достаточно вдруг вот что-то произойдет, она прям ее так нанизает, эту зону на себя, и пройдет сквозь нее, вот тогда, может быть, можно будет торговать на покупку. Либо если она отскочит оттуда, можно будет торговать на продажу. Но пока внутри вот этой вот зоны, там она просто увязла, как пчела в сиропе. И я думаю, что не стоит вообще здесь на что-то пока надеяться до преодоления вот этих значений. Вот. Так что пока я оставляю это все и предлагаю вам здесь пока подождать, понаблюдать. Новозеландский доллар. Вот по нему ситуация и картина как-то чуть более, может быть, ну, относительно чуть более понятна, потому что мы видим, что тут, видите, такая, как бы, возможно, недельная голова плечи сформируется. Вот сейчас я покажу. Вот, смотрите, вот тенденция, вот эта вот вся тенденция. Смотрите, плечо. Голова и, может быть, еще одно плечо, если цена уйдет вниз, пробьет линию. Вот такая может быть картина. Это недельного формата. А в меньшем формате, вот давайте посмотрим, в дневном формате, что у нас происходит. В дневном формате у нас есть восходящий канал. И цена находится у верхней границы данного канала. Если будет пробитие этого канала вверх, значит, цена, скорее всего, будет двигаться вверх, ну, достаточно, ну, так, как бы, по двойному каналу пунктов на 200 может еще подняться. Опять же, не покидая вот эту зону сопротивления. Если же цена пойдет вниз, а это проистекает, смотрите, из часового формата, что может вполне случиться. Вот смотрите, не знаю, видно вам так, не видно. Мы видим тенденцию, ускорение, потом некоторые замедления. Двойную дивергенцию. И вот, возможно, здесь образуется фигура, тоже голова, плечи. Смотрите. Вот плечо, голова. И вот может здесь быть еще одно плечо с движением вниз. Вот если это будет так, то ну, сколько цена может отскочить? Опять же, это все может быть коррекцией по отношению к предыдущему движению. И не исключает возможности движения вверх, но, по крайней мере, вот в моменте, скажем, в сегодняшнем дне, если будет движение вниз с пробитием вот этой линии, то можно будет рассчитывать на высоту вот этой вот головы, отложенную от вот этого, от уровня линии шеи вниз, и вот куда-то в этот район можно будет торговать. Так что тоже обратите на это внимание. Тут вот относительно пока, ну, предварительно, но относительно понятная структура может возникнуть. Так что вот тоже зарисуйте, пожалуйста, это у себя и поглядывайте на то, что же здесь произойдет. Пока ничего не дорисовано, это лишь мои фантазии, но тем не менее, как бы фантазии, которые могут стать реальностью. Вот обратите тоже на это внимание. Дальше. Доллар, канадский доллар. По нему сейчас меньше всего понятности, потому что мы видим, что тут просто жесткий боковик. И ничего не происходит, и в связи с этим говорить, в общем-то, о какой-либо торговле на данный момент вообще, я думаю, излишне. Вот если цена пройдет вверх и преодолеет значение 1.3425 или 1.3430, вот тогда здесь будет какой-то разговор. И тогда можно будет рассчитывать до уровня 1.3571. То есть где-то вот на 100 с чем-то пунктов, как раз вот до этого красного уровня, который я уже до этого и помечал. И это очень даже может быть. Но пока ничего мы не видим. Если будет преодолена вот эта линия поддержки, тогда мы вновь, наверное, увидим какое-то снижение американского доллара против канадского. Ну а сейчас мы видим, что доллар вроде снижается, что странно, кстати, и нефть снижается вместе с долларом, что тоже странно. И поэтому вот на сырьевой валюте, такой как канадский доллар, в паре с американским, мы вот и видим вот это все. То есть у них пока, ну, условно говоря, паритет возможностей, паритет силы, выражаемый вот в этом боковом диапазоне. Вот. Мы видим, что нефть, смотрите, за последние дни достаточно агрессивно котировки снижались, и сейчас как будто бы пытается нащупать дно. Но я думаю, что дно тут еще пониже, где-то в районе 45 долларов 50 центов, а сейчас котировки 46.50. То есть еще на доллар, в принципе, нефть может снизиться за сегодня. Почему бы и нет? И тогда уже, может, какое-то донышко здесь будет. А так мы с вами, в принципе, видим, что цены на нефть пробили линию поддержки,
И вот в этой связи, в общем-то, не исключаю возможность движения к уровню $42 за баррель. Ну, вот, ну, перед этим могут быть еще какие-то коррекционные движения, то есть, допустим, почему бы и нет, то есть, оно, допустим, снизится вот до вот этого вот уровня, да, а потом оттуда может пойти в какую-то коррекцию, а потом оттуда может пойти опять вниз. Вот тут конфигурация, она непонятна, какая может случиться. Но, тем не менее, также просматривается возможность. Смотрите, первая волна, вторая волна, третья волна, какая-то может быть четвертая волна, и вот движение вниз, пятая волна. Ну, вот расклад такой. И, в общем-то, пока в ближайшей перспективе может быть какой-то коррекционный рост котировок, а потом, в общем-то, также тем же путем может быть коррекционный, вернее, продолжение падения. В золоте, в общем-то, видно, что по дневному формату цена дошла до важного сопротивления. Видите, застряла тоже, залипла на этом сопротивлении, никак не может пройти. И это тоже все связано с огромной степенью неопределенности на рынках, связанной с выборами в Соединенных Штатах. Ничего пока здесь очевидного я не вижу, кроме какой-то там, ну так, можно прибалдеть и такую вот линию сопротивления нарисовать зачем-то. Ну вот, как говорится, может быть, если будет пробита эта линия, то может быть куда-то вверх двинется золото. Ну, чисто предположить, как бы, вот, интересная конфигурация, типа, видите, как перевернутая голова, плечи. Коррекционная, вот видите, максимальная точка, плечо сразу же, голова, плечо. Пробитие плеча вверх может означать продолжение движения золота вверх и ослабление против него американского доллара. Причем вот на эту вот высоту. А высота тут ни много ни мало, давайте посмотрим. Высота здесь 1994 пункта. Ну вот примерно как-то так, может быть достаточно такое большое восходящее движение. Так что, ну, смотрите, как вариант, в принципе, здесь может быть восходящее движение в данной паре. Если считать, что здесь перевернутая голова и плечи на коррекции. Ну, вот, бывает такое, кстати, бывает. Серебро, очень, видите, похожая картина, тоже зона сопротивления, тоже такие. А, кстати, вот я на, ой, извиняюсь. Не показал на золоте, очень похожая конфигурация, кстати говоря, вот на дне. Смотрите, сначала свеча с длинным нижним хвостом, который ниже, чем, видите, даже лоу предыдущей свечи. Сейчас формируется, если черная свеча, то, как правило, это будет означать от зоны такого сопротивления разворот. Но если же будет еще одна белая свеча, ну, скорее всего, может, это ничего особенного значить не будет. Вот. И очень, смотрите, похожая ситуация на серебре. Просто покажу. Видите, тут немножко даже другое. Тут был падающая звезда. И вот потом следующая свеча уже минимум, ниже минимума предыдущей. Вот. Но пока вот не достал до минимума вот этой свечи, которая была свечой роста. И не входит в состав экстремума. Но вот пока что вот ситуация, конечно, различается, это видно. Но как-то чем-то она похожа даже. Поэтому в этой связи я тоже жду, что, ну, как бы не исключаю, по крайней мере, что серебро будет снижаться против доллара в какой-то краткосрочной перспективе. Рубль подошел к важной такой вот ключевой точке, где, смотрите, сходится верхняя граница восходящего канала. И главная линия вот нисходящего недельного канала. Вот. И вот эта ключевая точка, как правило, выступает достаточно большим сопротивлением. Вот мы сейчас видим, что с первого раза преодолеть не получилось. Вторая попытка будет, если преодолена эта граница или нет, вот как раз и посмотрим. Но в общем и целом, конечно, ну, можно даже сказать, что пока рубль находится в растущей конфигурации, это тоже видно. Но не исключена возможность при пробитии вот этой линии, вот этой точки, не исключена возможность ослабления рубля против американского доллара. Ну и как бы вот видно, что в целом вот за долгий период времени вот это торможение, укрепление, оно чувствуется. Видно, что движение вязнет,
что оно затухать начинает уже. Это и по дивергенциям видно на более мелких форматах, ну и, в общем-то, по самой динамике нисходящего движения. И в целом, хотя я до сих пор не исключаю движение в район 60 минус, куда-нибудь в районе 59, может быть, 60 рублей за доллар. Но, в общем и целом, если будет пробитие значения где-то 63, 63.70, 64 рубля за доллар, тогда не исключая движение в район. Вот куда-то сюда. Где-то 66-67 рублей за доллар. Вот может такое быть. Ну, не знаю, там стремительно, не стремительно, там как-то, может быть, даже вяло, но тем не менее движение сюда вполне даже возможно. Евро-рубль. Мы видим даже еще более агрессивное движение, чем по доллару-рублю, ну, потому что евро в последнее время против доллара растет и достаточно тоже агрессивно растет. Ну и, в общем-то, по отношению к рублю мы видим тоже. Поэтому сейчас пока вот движение на паре евро-рубль я заключил в нисходящий канал. Цена подходит, ну, приближается, по крайней мере, к верхней главной линии канала нисходящего, то есть к линии сопротивления. Если она эту границу пробивает, вот тогда уже можно ждать того, что, ну, можно даже сказать будет, что нисходящее движение по, вернее, ну да, восходящее, вернее, движение по рублю, скорее всего, закончено и по отношению к евро, и по отношению к американскому доллару. Вот. Евро-франк, ну тут, как сказать, видно, что, как бы сказать, вот в этом, тут очень долго был диапазон, и до сих пор, видите, тут мы находимся, так же, как вот я говорил, по австралийскому доллару, мы находимся в зоне, где много-много-много, премного всяких уровней. Тут, там было сопротивление, а здесь поддержки. И поскольку, видите, тут целая просто череда вот этих вот уровней, говорить о каких-то прям адекватных движениях, понятных, я думаю, что пока и не приходится. Поэтому в данном контексте я бы вот данную пару пока даже оставил в покое до тех пор, пока она действительно не выйдет вот за пределы, видите, уровней. И не совсем, ну как бы, чтобы было хоть понятно, чего тут происходит. Однако, если провести, все-таки вспомнить вот этот вот канал, который до этого я рисовал, недельного формата, то видно, что в дневном формате, ну и в том же самом недельном, сейчас присутствует попытка, смотрите, вот видите, пробить эту границу канала. Ну вот видите, уровень пока не дает. Поэтому если уже при пробитой границе канала будет пробит еще и уровень поддержки, ну тогда можем рассчитывать на ослабление евро против франка. Вот. Ну а если нет, то может быть отскок. Ведь доллар слабеет немножко и по отношению к юаню китайскому, что вполне, в общем-то, как сказать, понятно. Но вот сейчас мы видим, что тут даже, видите, был преодолен максимум, который виден был до этого. И цена прям вплотную подошла к уровню после кризисного, после 2008 года, к уровню 6,8. Чуть-чуть не достигла, но тем не менее прям вплотную подошла к этому значению. И сейчас оттуда откатывает, что тоже, в общем-то, неудивительно. Вот. Ну, вот по юаню я вижу, что в ближайшее время тоже может быть какая-то небольшая коррекция, потом, наверное, повторное движение доллара вверх. Ну, не исключаю, по крайней мере, такой возможности. Просто потому, что, вот, видите, достаточно так активно цена здесь росла, активно и достаточно долго. Без каких бы то ни было тут как бы признаков там, ослабления там, движения. Ну, вот в моменте, думаю, что будет доллар немножко ослабевать, а потом может продолжить свой рост. То есть, а вот в сегодняшнем дне, скорее всего, доллар будет показывать некоторую слабость. Ну, сегодняшние данные по НФП, вышли предварительные данные в среду, они оказались достаточно слабыми, что потащило за собой как бы ситуацию ослабления американского доллара. Ну и вот если сегодняшние данные будут как подтверждение слабых данных среды, то, скорее всего, мы увидим продолжение падения американского доллара. Вот. Ну и по отношению к юаню тоже. Вот, в общем-то, такая сейчас ситуация.
Я думаю, что я дал достаточно ориентиров, хотя все очень размыто, но какие-то хотя бы ориентиры есть. Понаблюдайте, пожалуйста, за этим, либо с академической точки зрения, чтобы хотя бы посмотреть, поучиться и привыкнуть к тому, как это работает, либо с точки зрения торговли. Если, допустим, сегодня будет ситуация развиваться и позволит с технической точки зрения зайти в рынок. Еще раз поздравляю всех с праздником. Желаю всем хороших выходных. В понедельник мы с вами снова встречаемся. То есть понедельник – это у нас обычный рабочий день. То есть все по-прежнему. Сегодня у меня будет семинар по сервису PAM-счет через полчаса. Через там, минут 15 я выложу сегодняшний обзор на канале YouTube. Вы сможете к этому вернуться. Ну, а вечернего семинара базового курса у меня сегодня не будет в связи с тем, что сегодня праздник, и вечерние семинары у меня отменились. Поэтому вот их можно будет посмотреть в следующий заход этого цикла. Вот, так что вот сегодняшний с 2 до 3 у меня семинар последний, так что можете принять также в нем участие. Вот, всех вам благ, удачной торговли и хороших вам выходных. С вами был Алексей Кузнецов.